В парке имени Горького грядут музыкальные и танцевальные выходные. День молодежи здесь будут отмечать 2 дня, начиная с субботы. Программа стартует с латиноамериканских мотивов. Для всех желающих проведут мастер-класс по сальсе. Также состоится концерт харьковского рок-коллектива. Вечером дискотека с лучшими хитами. В воскресенье днем для гостей парка пройдет пенная вечеринка. Вечером фаер-шоу, которое состоится у нас на сцене, будет просто сносить эмоционально головы нашим гостям, потому что вся дискотека будет заливаться яркими огненными вспышками. Официальное празднование Дня Конституции в Парке культуры и отдыха имени Горького начнется с народных песен на главной сцене. Кроме того, харьковчан ждет ряд мастер-классов по плетению феничек и кукол-мотанок. Также в праздничной программе «Поезд дружбы». Его невозможно сделать одному. Для этого необходимо как минимум 6 человек. И вот люди становятся в круг и начинают заматывать этот поясочек. Прелесть, собственно говоря, состоит в том, что один человек не может справиться с тем, чтобы создать что-то. Для этого необходим кто-то рядом. Это объединяет. В парке имени Горького говорят, программу праздников продумывали заранее. Так День молодежи насытили зажигательными мероприятиями, а ко Дню Конституции подготовили патриотические мастер-классы. Юлия Семененко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».